Тем временем за 3 года в Ярославской области преобразилось более 1400 объектов. Установлены детские городки, отремонтированы дворы, парки и культурные центры. Реализацию губернаторского проекта «Решаем вместе» сегодня обсудили на Всероссийском семинаре по инициативному бюджетированию. Участие в нем приняли представители более 40 субъектов страны, руководители органов государственной власти, специалисты и эксперты Минстроя и Минфина. Обсуждали вопросы практик в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды и делились опытом в своих регионах. Сегодня для нас очень важно услышать, как в других регионах она реализуется, поделиться своими практиками, может быть, взять что-то на вооружение. Ну и, конечно же, мы расскажем о том, как мы делаем это у себя в области в рамках проекта «Решаем вместе». И надеемся, что коллеги почерпнут для себя тоже много интересного и, может быть, что-то уже смогут применить в своих регионах. В текущем году реализуется 495 проектов. На эти цели из бюджета всех уровней выделено более 700 миллионов рублей. Важно, что за каждым объектом стоит инициатива населения, поэтому на качество работ по проекту «Решаем вместе» мы обращаем повышенное внимание.